Народные избранники, журналисты и представители общественности обсудят плюсы и минусы трех схем формирования депутатского корпуса, которые предлагает федеральный закон. В качестве экспертов приглашены преподаватели вузов Андрей Гарвард, Сергей Гладких и Александр Быстров. Первая схема позволяет выбирать депутатов исключительно от партий. По второй схеме выбран нынешний пятый созыв городского собрания. Половина депутатов представляет округа, половина – политические партии. И, наконец, третья схема – та, которая действовала с 1996 года по 2013 год, когда все 20 депутатов представляли конкретные микрорайоны Котласа и Вычегодского. Следующие выборы городских депутатов пройдут осенью 2018 года. Закон дает возможность вернуться к мажоритарной системе, то есть выбирать всех депутатов только от округов. Для того, чтобы узнать мнение избирателей, было решено провести круглый стол. Мероприятие состоится в актовом зале администрации 23 ноября в 15 часов.